Эй, ты! Что ты здесь делаешь? Удирай, или я позову стражу. Я знал, что кто-нибудь попытается добраться до нас через пентаграмму. Но в отличие от этого предателя-кузнеца Стоуна, ты нам больше не нужен. Тебе здесь где нечего Стоун? Делать. За решеткой. Я разрублю тебя на части. Через минуту. Никакой окажешься пощады. На полметра ниже. Никакой пощады. Взять его, парни. Порубить на куски. Пришло время спать! Ты не должен верить всему. Что-то не так в этой истории. Не трясти языком, да, скорее всего. Никто не смеет обижать моих друзей! Ты убил одного из наших. Не хотел бы я оказаться я не хочу в этом ввязываться. Это точно не моя проблема. Не трепи языком. Не хотел бы я оказаться на его месте. Некоторых людей ничего не учат. Держись. Лучше ни во что не встревать. Ты не должен верить в силу. Похоже, назревает проблема. Я думал, ты это не должен бы я оказаться. Я не хочу в это ввязываться. Держи это при... У меня... Ты не должен верить всему. Больше этого не случится. Некоторых людей ничего не учат. Держись. Лучше не во что ввязываться. Я сомневаюсь, что это как-то изменится. Может быть, на кого это можно? Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Ты не должен верить. Это точно не моя проблема. Похоже, назревает проблема. Похоже, назревает проблема. Теперь тебе крышка! Oh!
Подумай о последствиях. Ты убил одного из наших. Это была твоя последняя ошибка. Пришел твой черед. Никакой пощады. Ты убил его. Это что, было так необходимо? Идем! Идем! Ты не должен разговаривать со мной! Чем ты за... Я за... Ты продаешь оружие? Только гам... Все ясно. Я... Провали. Я думаю, мне... Проваливай.
Что тебе нужно? Ты прав. Я не служу Гомезу. Тогда что ты здесь делаешь? Он дал их мне. Точно так. Парень, вот уж никогда бы не подумал. Но зачем ты спасаешь? Я слышал, что ты угодил за решетку и воспользовался удобным случаем, чтобы избавиться от Гомеза. Спасибо. За мной должок. Увидимся. Дай мне пройти.